Катя, познакомься. Это моя самая близкая подруга. Привет, Марат. Ты красавица, понимаешь? От меня еще никто не убегал! Мика! Мика! Ну как вы там? Не задохнулись? А вы чем занимаетесь? Я композитор. Как-то необычно. Я еду за тобой, моя любовь. Ты случайно не того? Не влюбилась? Аделя, я виновата, только не кричи. И это не дядька. Как не дядька, когда он старше тебя? Ты так любишь его. Завтра ты должна выйти на работу. Папа уволили? Свинья ты. Женишься на деньгах, морочишь голову девушке, которая даже и не знает, что ты чужой жених. Давай, одевайся. Папа сегодня устраивает прием по поводу нашей помолвки и будущей свадьбы. Есть только бедные и богатые, а все остальное ерунда. Я не хочу работать в банке. Деньги нужны. Ты подарил мне совершенно новое чувство. Волшебное. Это ты. Ты подарила мне новое чувство. А еще эта девица работает в нашем банке. В нашем банке? Но я прошу его не убивать. Я хочу, чтобы он просто женился на мне. Привет, брат! Ты туда хотел, Ануарчик. И сюда хотел. А что вышло? А вот что вышло. А в голове вопросы. Где же ты, любовь? Ускорим нашу свадьбу. Глядя в глаза, ты скажешь да, а может нет. Амур посылает стрелы мимо цели вновь. Сердце одно. Здравствуйте, я еще Ануар. А вон он летает.